Что же касается его статистики в чемпионате. Давайте эту атаку сначала посмотрим. Зотов в штрафной площади. Голевая ситуация возникает. И гол забивает Сергей Корниленко на 33-й минуте. Отправляет мяч уже в пустые ворота. Ведь надо же такому случиться. Смотрите, какая атака. Проваливается оборона Рубина. Проход по левому флангу. Здесь Кленкин выполнил заброс в направлении партнера. Не успевает Гранат. Подачу результативную сделал играющий под 15 номером Георгий Зотов. И на самых активных игроков своей команды. Ну, Корниленко осталось уже попасть по пустым воротам. Да, вот так вот момент создавал Рубин. А гол забивает крылья Советов. Забивают крылья Советов. 0-1. Что ж тем интересней. Рубину нужно идти вперед. Сергей Корниленко, опытнейший нападающий, который, к слову, в первом тайме в похожей ситуации он закручивал мяч в ворота, а сейчас низом на линию штрафной. Алиев и 0-2. Вот так вот на 55-й минуте крылья удваивают свое преимущество. Азар Алиев пробил в касание. Оригинальный розыгрыш мяча. Без подачи обошлись самарцы. Ну, это, очевидно, домашняя заготовка. Давайте смотреть. Вот Ткачук абсолютно один. Алиев абсолютно. И вот такой удар он нанес плотно. Ну, мяч проскочил мимо целой группы игроков. Очевидно, момента удара Рыжиков не видел. Потом, поэтому прыгал с опозданием. И пропустил мяч под рукой. Наверное, можно считать вратарской ошибкой, потому что мяч практически по центру летел. Но есть, опять же, отягчающие обстоятельства. Момента удара, как мне кажется, Рыжиков не видел. Поэтому с опозданием нырял за этим мячом. Вот так вот, 0-2, Азар Алиев. Куда деваться? Нужно стараться бороться за все мячи. Бауэр. Заброс, опасно, штрафной мяч, и 1-2, быстро отыгрывает один мяч Рубин. Это то, что нужно, и Рифаджи Малединов, сработала замена Курбана Бердыева. Реакция, сами видите, какая, ну, у Бердыева, у болельщиков-то ликование на трибунах. Давайте смотреть, здесь Таранов не очень удачно мяч выносил, по сути, даже и не вынес, дальше Бауэр. Его подача. Жамалединов одним касанием мяч обработал, вторым пробил. Действовал грамотно. Ну, здесь Таранов, конечно, не прав. Подвел команду капитан. Дальше Бауэр. И вот Алиев оказался за спиной у Жамалединова. За 96-м номером Рубина не доглядел. Автор второго гола Советов. И вот так. Ситуация меняется. Но Рубину по-прежнему нужно забивать.